Хей-хей-хей! Здарова всем, ребята! Кент пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите очередную серию читер-патруля! Прямо сегодня вы увидите самых жестких и самых наглых читеров. Поэтому, пожалуйста, ребятки, если вы против читов, если вам нравится подобная рубрика, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем! My stand-off. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. И наше видео под названием «В мире животных» начинается с такого замечательного в кавычках «нет» видеоролика. Давайте смотреть. Мы видим, мой подписчик бегает на респе, никого не трогает, кидает себе гранаты. И сейчас будет сюрприз. Смотрите. Сейчас, ребятки, его настигнет этот вонючий говнюк-читер. Вот он, у него ник «Жопа Ютуба». Теперь ты будешь, братанчик, в бане. Теперь у тебя будет не жопа Ютуба, а просто будет одна сплошная жопа, понял? Ну а прямо сейчас я, ребятки, проведу вам экскурсию по моему зоопарку. Посмотрите внимание на эту маленькую обезьянку. У него в руках бомба, и он пытается при помощи читов заплантить бомбу. Но у него ничего не получается, как будто судьба ему говорит: не надо, не переходи на сторону зла. Но он говорит: нет, я все равно запленчу бомбу. Ребята, давайте посмотрим, что же из этого выйдет. Да, он запланил бомбу, но это им все равно не помогло, потому что команда спецназа просто пришла и их всех перемочила. Теперь давайте посмотрим на этого читера. Он только зашел в игру, только создал аккаунт. Посмотрите, КД 0-0, общее время в игре 1 час, и сразу же он получит бан. ID 692-07739. Ребята, никогда не играйте с читами. Ну а прямо сейчас вы, ребятки, увидите любителя прострелов. Посмотрите на вот это. Игра только начинается, и сейчас будет мясо. Ха! Моего подписчика убили за 3 секунды. Парень под ником SnipsTMOfficial. Если вы скажете, что это баг и он провалился случайно, то нет. Видео идет 1 минута 20 секунд. Он провалился... Что, 2 раза подряд или 3 раза подряд? Да нет, ребята, ясен пень, это читы. ID у него 673-74-096. И, кстати, да, посмотрите внимание на его аватарку. У него аватарки там очень плохо видно, но там написано, что его забанили. Скорее всего, он уже не первый раз играет с читами. Но, ребятки, ничего страшного, этого парня мы ясен пень забаним. Да, посмотрите, у него новый созданный аккаунт. Общее время в игре 11 часов. Конечно же, он улетает на банановые острова. Я сразу приношу извинения за ники этих неадекватов, ребят, вы меня поймите, ну это не я. Посмотрите на этого любителя прострелов, еще один любитель пострелять через всю карту. Сейчас вы, ребятки, будете в шоке не меньше, чем я. Игра только начинается, и вот он, красавчик, сделал минус 2. А, минус всю команду сделал, нифига себе, у него получается АИМ плюс прозрачные стены. ID у него 667-22439. И, конечно же, он получает бан и отлетает. Зачем бежать до места плента, если можно заплентить бомбу прямо у себя на базе? Как раз про такого читера мы прямо сейчас поговорим. Посмотрите на этого парнишу, это читер. И он плентит бомбу, мать моя женщина, прямо на базе террористов. Я просто в шоке. Ник у него Маргоша, как я понял, да? А, и сразу же его распленчивают или как? Ох уж это Маргоша. Так, ребятки, смотрим внимательно, внимательно смотрим ее ID 656-781-59. И при том это девушка, вы понимаете, читер-девушка. Я просто в шоке с таких читеров. Ну объясните мне хоть кто-то, пожалуйста, откуда вы беретесь? Почему вас так много? Так, давайте посмотрим, посмотрите, ну посмотрите, это АВМ Спорт В2 и притом их штук 10, а это АКР Спорт В2! Да ну нафиг, я просто балдею. Вот таких читеров я не ниже больше всего. Это, ребята, замена кэша. За эти читы тоже банят, притом банят по устройству, то есть вас забанят навсегда. Поэтому никогда не качайте кэш, иначе будет хуже. И знаете, что самое плохое? Хрен пойми, кто тут читер, потому что мне его даже не скинули. Ребята, такие видео мне не отправляйте. Мне надо, чтобы я видел, кто точно читер. Кидайте видео, чтобы были какие-то пруфы. Я же не могу банить от балды людей. Прямо сейчас вы увидите самого жесткого, самого нереального, и просто это что-то невообразимое. У меня такое ощущение, что я как будто смотрю какой-то видеомонтаж, но нет, это читер. Внимательно посмотрите на вот это. Где-то под ними находится читер, где-то под моим подписчиком, видите, вот смотрите на минимапу, видите, на минимапе там где-то читер красненьким, но его не видно, значит он под картой. Ну теперь посмотрите на вот это, вы еще будете в шоке, вы еще охренеете, смотрите. Я просто обалдею. Что это? Что это?
Чё? У него бессмертие? У него полет? Я не верю. Давайте еще раз пересмотрим, просто без комментариев. Смотрите, тупо вылетает с земли, летит, и притом у него бессмертие, и его нереально убить. Я просто в шоке с этих читеров, ребятки, конечно же, этого парня мы забаним. Вот его ID 697-33269, КД-724, это самый жесткий читер, которого я когда-либо видел, поэтому его надо отправить от Бананового острова самым первым, чтобы хватило места всем. Я просто в шоке с этих читеров. У этого читера даже есть скины, и это не похоже на скинченджер. Ребята, я просто в шоке. Посмотрите. Galaxy XXX. Кстати, у меня тоже телефон Galaxy, смотрите. Опа. Но я не играю с читами, в отличие от этого Galaxy. ID 697-298-12. Обычный скин Epic на Дигл. И, конечно же, ты получаешь бан. Тут, ребят, без вариантов. Мы этому парню даем абонемент на Банановые острова. Интересно посмотреть, какое у него звание. У него Феникс. Ох ты мой сладенький. Ну все, будешь заново калиброваться и на новом устройстве. Я понимаю, что качество данного видеоролика очень плохое, но вы обязаны это видеть, потому что у меня нету слов. Просто нету слов. Посмотрите на этого парня, у него ник неприличный, я его читать не буду, конечно же. Посмотрите. Он входит в стенку. Ща, это не шутка, смотрите. Он входит в стенку просто как к себе домой. Смотрите. Так, а ну-ка. Ну, давай, входи, ну. Он пытается не палиться. Смотрите, ща войдет в стенку, я вам отвечаю. Так, а ну-ка. Ну, давай. Ну, я же знаю, ты читер. Да, смотрите, вот это говнюк, но, ребят, конечно же, мы его забаним, ID 696-48-774, это новый созданный аккаунт, но, увы, придется заново создавать, потому что он улетает на Банановые острова навсегда. Ну что же, мои дорогие друзья, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Все самые жесткие сливы читеров смотрите у меня в телеграм-канале, ссылка есть в описании. С вами был ваш Кент АПК, никогда не играйте с читами, подписывайтесь на мой канал. Или я это говорил. Короче, всем удачи и всем пока!